Здравствуйте! Вас приветствует новости Церкви «Живой Израиль». Мы не находимся на пороге ожиданий, а находимся в самой гуще событий, о которых мы сейчас расскажем вам в ближайшие несколько минут. Мы так долго готовились, молились и ждали самого грандиозного события этого года – 20-летие нашей церкви. Все гости и все церкви общины собрались вместе в монастыре на горе Кармель, чтобы услышать Слово Божие, прославить вместе Господа и пообщаться друг с другом. Грандиозное открытие, прославление, экскурсы в прошлое и много теплых слов были неотъемлемой частью этого события. Но и на этом поздравления еще не закончились. Дорогая церковь, дорогая конгрегация, поздравляю вас с нашим 20-летием. И знаете, хочется порадоваться за всех нас, что у нас такая огромная, большая, дружная семья. О таком, что сегодня Бог дал нам, это мечта миллиардов. А Бог нам это дал, и мы вот такие сегодня красивые, благословенные, радостные. Спасибо. С днем рождения. С днем рождения, я к монастырь. Дорогие братья, сестры, поздравляю вас с нашим 20-летием. Слава Иисусу Христу! Очень рады присутствовать здесь на праздновании 20-летия конгрегации. Очень счастливы видеть много новых лиц, очень много знакомых. Приехали аж из Эйлата, отдыхали в Эйлате, но решили приехать до Хайфы. И очень счастливы быть здесь и надеемся, что Господь увеличит, удвоит, а может быть и утроит, и благословит все то, что происходит здесь. Всех поздравляем! С днем рождения, живой Израиль! Лучшая община в мире! Аллилуйя! Как классно, что меня Бог определил в эту церковь. Идти в ногу с этой церковью – это одно удовольствие. Все. Дорогие братья и сестры, я очень рад, что имею такую семью в Господе. Я поздравляю всем с нашим юбилеем, 20-летием. Желаю новых побед в Господе, чтобы Дух Святой работал в наших жизнях и чтобы действительно было много-много добрых плодов. Всех поздравляю и благословляю во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы поздравляем вас. 20 лет назад мы начали служение, и это было большим благословением, и сейчас мы пожинаем много-много радости и плодов. Поздравляю всех. Через 20 лет опять на том же месте. Аминь. Дорогая церковь, мы поздравляем тебя с днем твоего 20-летия. Аллилуйя! Дорогая церковь, поздравляю тебя с 20-летием. Пусть Иисус будет твоим женихом, и на 30-летие я надеюсь, что ты распространишься в каждой стране. Дорогая церковь, живой Израиль, мы поздравляем вас с днем рождения. 20 лет, на самом деле, это срок. Это потрясающее было время, и мы верим в то, что впереди много всего самого интересного, самого потрясающего и самого великого. А сейчас хотим напомнить о том, что в июле месяце нас ждет молодежный поход, который состоится в кибуце, и вас ждет потрясающее время. Я поздравляю конгрегацию «Живой Израиль» с 20-летним юбилеем и благодарю Бога за то, что я появилась здесь 3 года назад. Наша семья сегодня поздравляет конгрегацию «Живой Израиль» с 20-летием. Мы очень рады, что сегодня мы вместе можем трудиться во славу Господа. Дорогие друзья, я поздравляю вас с этим прекрасным днем, с нашим днем рождения, днем с 20-летием общины «Живой Израиль», и поблагодарить вас и поблагодарить Господа за то, что Он сотворил такую прекрасную общину, и поздравить вас всех, и пожелать, чтобы мы еще больше распространялась слава Божья на территории Израиля, по всему миру, и чтобы слава Божья еще больше распространялась также в наших жизнях, в наших сердцах, и еще больше любви пожелаю каждому из вас. Спасибо за все. Привет. Сейчас за моей спиной мы отмечаем 20-летие церкви «Живой Израиль». И я поздравляю всех неравнодушных к этой церкви, неравнодушных к Богу. Это большое дело. 20 лет. 20 лет – это очень большой срок. И это правильная победа всех верующих в Иисуса Христа в земле обетованной. Я поздравляю конгрегацию «Живой Израиль» с днем рождения, и я благодарю эту конгрегацию, это место, за то, что я могла здесь родиться в Господе.
Аминь. Ну, конечно же, очень рада быть на празднике на нашем, который 20 лет церкви. Слава Богу, что Бог размножает нас и дает такую радость, переживание, что мы одна семья, и что нас много, и Бог просто утраивает и дает вам много раз и вам много крат еще это благословение. Я надеюсь, что 25-летию это благословение умножится еще во много раз. Поздравляем нашу церковь, нашу организацию и весь живой Израиль. Аминь. Приветствую нашу дорогую церковь, нашу конгрегацию «Живой Израиль» с днем 20-летия. Очень рад, что у нас сегодня такая большая община. И что лично от нас могу сказать, что я очень рад был для этого найти время, чтобы быть сегодня вместе со всеми. И от нашей семьи, от меня лично, от с Леной. То есть всех благословляю наших служителей, пасторов, которые сегодня задействованы очень сильно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще больше нового и интересного вас ждет в следующем выпуске. Всю остальную информацию вы можете найти на нашем сайте. Всем хорошего настроения и помните, Бог любит вас!